Ряды добровольцев пополняются, растет и число людей, готовых поспособствовать обеспечению их всем необходимым. Крупную партию гуманитарной помощи передали в именные батальоны 3 сентября. Организовала сбор группы неравнодушных людей. Узнав, что республика отправляет добровольцев на СВО, решили оказать содействие в закупке необходимых вещей. Достаточно быстро все собрали. То, что не смогли найти, заказали, пошили. Ну, в общей сложности на 130 человек обмундирование, это разгрузочные жилеты, это наколенники, налокотники, коллиматорные прицелы, ну, конечно, не в таком количестве, радиостанции. Военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров отмечает, что сейчас особенно ощущается сплоченность населения и его готовность протянуть руку помощи. Все больше и больше людей хотят оказать помощь или пойти заключить контракт для проведения участия в специальной военной операции, пойти добровольцем. Или те, кто этого не может делать, они оказывают материальную помощь. Есть люди, которые от чистого сердца жертвуют довольно большие суммы. Это и предприниматели, это и общественные организации, это также и представители религиозных организаций. Большое всем спасибо. Арина Хайрова, Александр Овчинников, «Народные новости».